100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Телеграм по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. За моей спиной была 6567 рублей. И это Easy Dota, сайт по кейсам Dota 2. И чтобы вы понимали, с 1000 рублей мы выбили 2-3 арканы, вывели это все, подняли 6567 и оставили. То есть сегодня долгожданная проверка. Я надеюсь, это будет заключительная рубрика, когда мы вместе с вами выбьем какой-нибудь либо очень крутую аркану, либо, возможно, какой-нибудь докахук, и все это выведем. Поэтому давайте сразу, мужики, перед началом, перед тем, как я еще не начал открывать самые дорогие кейсы по Dota 2, потому что я не сильно в этом разбираюсь, но я надеюсь, мне повезет. Если ты когда-то окажешься на этом сайте, используя самый рабочий, самый лучший процент на пополнение, это промокод ПАПА. Любая сумма умножается на 40%. Закидываешь 1000, 1400. Закидываешь 10 тысяч, 4000 рублей бонусом совершенно бесплатно. И помимо того, что это самый большой процент на пополнение, который только здесь есть, он тебя еще и окупит. Поэтому обязательно используй его. А мы начинаем. Easy Dota. Давай говорить честно. 6567 рублей, но это очень много, поэтому давай... Блин, вот для начала я бы очень сильно хотел открыть какой-нибудь вот такой дешевый кейс, но, блин, охота открыть и дорогой. Вот просто взять и сразу шмальнуть кейс на 5000. Я понимаю, что прошлый ролик нас очень сильно окупил, и, скорее всего, сейчас мы сольем. Но давай попробуем. Мы, кстати, сейчас, чтобы вы понимали, открыли кейс на 5000 рублей. Это просто... Я понятия не имею... 2569. А что это? Золотой кейс? Блин, прикольно. Но в любом случае, маленько подслили. Ну, как маленько? Немножко. Но ролик, можно сказать, стартовал. Это самое главное. Ну, полетели. А теперь давайте будем открывать все, например, титаны на 10 раз и пробовать выбить какие-нибудь арканы. Сегодня я очень сильно хотел бы, как в прошлом ролике, выбить 2, 3, 4 арканы и попробовать все это дело подвывести. Ой-ой-ой, подожди. А, я не знаю, сколько это стоит. Просто вот когда тебе падает какая-то штука, она золотая, тебе кажется, это очень дорого. А, кстати, давай проверим, сколько она стоит. Я вот думал, что вот эта штука на ВК стоит дохренища, потому что она золотая. Но в сумме... Кстати, подожди. В сумме 2600. Подожди. Выглядит все довольно-таки отлично. Первый кейс и сразу окуп. Не знаю, есть ли смысл открывать божество, но давай попробуем. А че нет? Если мы открыли на один раз кейс за 5000 рублей, он меня подслил, а потом я открыл на 2000 рублей, он меня купил. И если меня... Да ладно. 1200 от аркана? Это аркана на ЦМ-ку? Круто выглядит, да? А там типа с арканой песик вместе бегает. Это вообще балдеж. 2400 тоже купил. То тогда нам, наверное, лучше вообще открывать только эти кейсы. Но вот она. Пошла жара. Пошла возня. 279. 249. Кстати, при этом, при всем, чтобы вы понимали, здесь скидка на кейс, потому что там что-то перечеркнуто было. Поэтому надеюсь, даже несмотря на то, что мы сейчас откроем, нас 100% окупят. 2790. Кстати, что за голем? А, это на Варлока, наверное. Все. Я уже скоро буду мастером по Доте. Хотя, в принципе, в нее не играю, но кейсы открывать люблю. По шмоткам начал более-менее разбираться. 3 подряд. Вот какая же грызлятина. Вот эти штуки, это вообще позор. Они нам только что выпадали. Слушай, ну это слабо. Это прям слабо. 2300. Это нереально слабо. Хотя, в принципе, минус 500 рублей не так уж и слабо, знаешь. То есть, вот что я наговариваю-то? Что, о чем я говорю? Что, почему плохо? Все нормально. Boost of Travel. Поехали на 2090 рублей. А то я с двух раз окупился и подумал о том, что нас сейчас постоянно будет окупать. Дало минус 500, я уже загрустил. Все нормально. Самое главное, не грустить и продолжать, а... Купаться. 1500, здрасте, приехали. Не, ну так-то точно мы окупаться не будем. Надо бы сегодня, конечно, нам 2000 рублей выбить. А как их выбить, я не знаю. Какие-то вот эти вот ПТшки, типа Boots of Travel, Power Threads. Мне кажется, может, они не окупают? Может, с них просто уйти? Честно, второй раз открываю, второй раз сливаю. Сейчас открываю третий, если сейчас еще сольет. Ну, я просто обижусь. Такое же может быть, что конкретно одни кейсы окупают, коллекции другие нет. 300, 180, 100, 300. Ну, слабовато, ну слабо. Как бы он вроде бы дает и вроде бы 2000 рублей, но в сумме с трех открытий этих кейсов, ПТ-шек, мы просто в минусе. Давай попробуем Midas. Вот это, наверное, топ. Hands of Midas. Ну-ка, давай. 2490. Кейс стоит столько же, сколько стоил прошлый кейс. По скинам вообще все топово супер выглядит. А вот это, кстати, прикольно было бы. Золотой какой-то кувшинчик. Судя по сюрикену, это БХ. Если что-то, так и поправляйте. Давай попробуем что-то выбить с него. Может быть, даже и получится.
закончится. Let's go. Так, Hands of Midas. Звучит. О, золотой Рошан, что это? 140 рублей, как же мало он стоит. Вы прикиньте, я вот только что был самый счастливый. Я думал о том, что мы сейчас станем богатыми, а по сути, маленько подстрелили. 3470. Неплохо. Ну, я не скажу, что что-то хорошее. Поэтому давайте так. Медасик открыли, нужно сейчас окупаться. Ну, давай что-то с этого. Аркана. Либо аркана и потом еще два кейса надо точно проверять. У меня как раз 3000 рублей. Поэтому мы сейчас обязаны выбить аркану. Поехали. 2990 рублей полетели. Вот сейчас, либо никогда. Пожалуйста, просто выдай мне аркану. Розовая неплохо. И все. Это на Пуджа сет. Но он стоит 620. Это так слабо. Вот вначале, кстати, меня сайт окупал лучше. Реально лучше. Сейчас 2400. То есть вначале меня сайт окупил. Сейчас просто попускает. Давай открывать. Я хочу еще открыть как можно больше кейсов. Возможно, мы сегодня проверим весь сайт. Подытожим. Мы посмотрим, какой кейс окупает больше, какой меньше. А это у нас что? Какие-то тезаур, тетясур. Что это такое? 1490, что это? А, это, наверное, контейнеры. А с этих контейнеров падают какие-то скины. Но все равно нас подслило. Поэтому, как бы, эта коллекция тоже нас не окупила. И в ней тоже ничего хорошего нету. Но тезаурус аркана. Мы его, наверное, и открывали сейчас. Значит, мы должны вот это открыть. А вот это не открывали. Это курьеры. Курьеры супер топ. Я знаю, что Бэйби Рошан стоит дорого, потому что мы его с этого сайта выбивали. Поэтому поехали. Нужно сейчас, чтобы мы откомбэкали. Нужно сейчас, чтобы мы окупились. Нужно сейчас, чтобы мне дали... Ого, ни хрена себе, выглядит все, ну Doom 175 рублей всего стоит, я думал он стоит состояние, там какая-то еще черепашка, ну обидно, 1600, ну ладно, давай легенды, кстати, вот этот, кстати, легенды, чтобы понимали, нас окупало в прошлый раз, поэтому нужно, чтобы он сейчас выдал нам 2000 рублей, если 2000 рублей выдаст, будет просто замечательно, опять все золото, опять все красиво, но из-за того, что ты просто не понимаешь, сколько это стоит, Аркана, здравствуйте. Здрасте, приехали. 2200, неплохо. Тогда я хочу попробовать открыть то, с чего мы вместе с вами окупались. Это вот эти титан кейсы и так далее. Поехали. 1800, замечательно. Он нас окупил 3000 рублей. Так, вот что нужно было открывать. Еще раз быстро. 1400, хорошо. 3000 рублей, неплохо. Давай попробуем апгрейд. Здесь же есть апгрейд. А апгрейд на баланс можно сделать? Использовать баланс, да. Давай, наверное, до 6000. И попробуем сделать прям невероятную штуку. И если сейчас зайдет апгрейд, мы просто берем и выводим. Давай попробуем. Я не знаю, что это. Я давай хочу вот это. Вот я не знаю, что это, но пипец как хочу. Мужики, обязательно поставьте лайк. Если будете играть, используйте промокод папа. Это самый рабочий, самый лучший здесь промокод. Но я очень сильно... Стоп. Да! Хочу выбить! Но не дал. Но баланс 1400. Я не успокоюсь, пока не окуплюсь.